Друзья, всем привет, с вами Михаил Рудеев, и вы снова на канале Boston Technic. Сегодня у нас на обзоре, а также на реализации, прекрасный трактор New Holland, модель TD5.110. Мощность двигателя 110 лошадиных сил. Год выпуска данного трактора 2013. Текущая наработка 3014 моточасов. Друзья, данный трактор в отличном рабочем состоянии. В текущий момент не требует никаких капиталовложений. Полностью обслужен. Обслуживался у официального дилера. Поэтому все расходные материалы, все запчасти оригинал. Сейчас проведем с вами более детальный визуальный осмотр. Так, груза на месте. Также сразу хочу напомнить, в нашей компании Boston Technic технику и оборудование можно приобрести в кредит за наличный расчет и, соответственно, без НАО. Работаем со всеми известными банками, поэтому обращайтесь, предоставим вам более лояльные условия приобретения. Так, колеса в отличном состоянии, без повреждений, без боковых порезов. Хороший остаток протектора. Износ порядка там 20% возможно. Передний мост. Все сухо, без каких-либо подтеканий масляных. Сейчас зайдем с другой стороны и вам продемонстрирую. Так, также второе переднее колесо. Все аналогично, без каких-либо повреждений, порезов. С хорошим осадком протектора. Так, передний цилиндр гидравлический. Так, передний мост. Все сухо, еще раз показываю. Все чисто. Все обслужено. Повторюсь, на текущий момент трактор никаких вложений не требует. Так, заднее колесо. Также сразу кабина. Все остекление цело, без повреждений, без колов, без трещин. Светоосветительные приборы все на месте. Трактор полнокомплектный. Передние фары. Все работает четко, без нареканий. То же самое касается и гидравлики. Сейчас вам продемонстрирую, покажу навеску. Все тоже сухо, без каких-то либо запотеваний, подтеканий масляных и так далее. За техникой следили. Все ухожено. Так, заднее колесо с другой стороны. Так. Здесь все тоже чисто, сухо. Все необходимое поменено, заменено. Так, друзья, кабина. Тоже, как вы видите, все чисто. За кабиной следили. Сиденье. Рычаги управления. Рулевая колонка. Все заводится, работает. Кто будет заинтересован, звоните, пишите. Договоримся с вами
о встрече. Приедете, посмотрите все своими глазами, увидите, заведем, как говорится, проведем тест-драйв. И на месте уже решите о приобретении. Также отмечу наличие нескольких единиц. То есть можно выбрать. Друзья, всем спасибо за просмотр данного видео.